Башкортостан вошел в топ-10 регионов по переводу социальных госуслуг в электронный вид. Итоги рейтинга подвел вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко. Работа по изменению формы предоставления социально значимых госуслуг, таких как оформление пособий, получение разрешений на индивидуальное жилищное строительство, очередь в детские сады и так далее, началась в 2019 году. На сегодняшний день из 160 видов услуг в электронный вид в Башкортостане переведены все. Ежегодно жители республики подают почти 150 тысяч заявлений на специализированных порталах, из которых 40 тысяч приходится на региональные и муниципальные услуги. Была поставлена задача для субъектов Российской Федерации перевести все массовые социально значимые услуги для населения в электронный формат. Башкортостан активно подключился к этой работе и к назначенному сроку, это окончание 2022 года, все самые приоритетные услуги у населения переведены в электронный формат. Сейчас они доступны как на едином портале федеральном госуслуг, так и на республиканском портале госуслуг. В числе наиболее популярных услуг в Минцифре республики называют регистрацию рождения ребенка, назначение пенсии, выдача загранпаспорта, запись детей в кружки и секции, назначение различных выплат.